Доброе утро, страна. Гриша уже возит дрова с утра пораньше, да? И вообще-то в 9 планировали начать. Да. Начали раньше, да? Сколько сейчас? 8:30. Мам, я фоне это касается. Я фоне, конечно, это касается. Да, но у нас фоне... завтрак. А фоне... спагетти. А бабушка и дедушка приедут? Должны, не знаю. Это... Он говорил, что он больше так не будет. Ну все, идите. Поработайте, кто позавтракал. Хорошо, я сейчас тоже приду. А куда пойдешь? Ну, сейчас приготовлю обед, приду вам помогать. Так, ну что, я позавтракала. Все позавтракали. И теперь за дела. У нас куча дел, которые мы не делали, когда вязали. Так что сейчас начнем. А в 11 часов, я думаю, что я буду, или даже в 10:30, в общем, до 10:30 делаю дела, а потом готовлю обед. Так, ну что, у нас планы меняются. Папуля наш позвонил, сказал, что сегодня у него может быть выходной, так что я мою голову, и мы поедем. Мы уже где? Перед Калининской, да? Тут ремонт дороги. Да, и продолжаем зачитывать то, что вы уже успеваете отвечать. Мы уже давно как спустила его, да? Так, гляд, сколько всяких тут птичек, да? Это речка такая спустила. Все это теплица? Да. Смотря на сегодняшнюю речку, хочу сказать, выбор достойный, но не хуже. Конечно, вообще. Помидорки там растут, видно. Какая красота! Вообще прям место для фотосессии, да? И эти еще сено. Во сколько? Там уже ночью так. Ну, прям место реальное для фотосессии, да? Это растет рис, рисовые ячейки, желтенькие вот эти, да? Из 5:12 мы проезжаем Славянск на Кубани. Видно, там завод Славянский кирпич. Крымск, да? Да, тут классно, мосту мы. Все видно. Это не мост, это бугор. А, это просто бугор? Да. Ну да. Папа, а за вот этой горой, которая сейчас впереди, там море должно быть? Нарежь, нет, это еще далеко до моря. Какая красота! Лёва. Да. Я не знаю, где мы находимся, но здесь куча зелени растет вообще. Петрушки, укропа, зеленого лука, кинзы. Прям целые поля. Ну, Крымск мы уже, в общем, проехали, уже на Новороссийск мы едем на эту трассу. Да, зелень. Подожди, потерпляю зелень. Все хотят, не один ты. Это петрушка. Будет какая-то тусовка, я не знаю. Вот сразу видно, что это другой цвет. Я пока не знаю, что это укроп. Как говорит одна из ведущих, подискутируем. То есть вы добавите. Мы благодарим вас большое. Говорим вам сегодня. Спасибо, приходите. Так. Это мы уже Новороссийск проехали, да? Или где мы? Новороссийск. Да, мам, до моря нам еще. Да, горы. Ну, едем, сына. Пробочки тут, конечно, встречаются. А пробки до каждого сантиметра. Это же озеро, да? Видно? Вот это уже точно Новороссийск. Это был не Новороссийск. А вот он. Да. Стоянка зерновоза стоит. Которая создает...
дают нам пробки. Еще и с прицепами. Вот вам и пробка. Да. Так, а нам где-то надо будет направо, да? Хорошо, ладно, давай, сейчас чуть-чуть, я за рулем сейчас, чуть-чуть, не, да. О, так вот оно и море. Нет, это, наверное, ж озеро. Mm? Это же озеро. Да, это что-то, это озеро. Так, на нем мы можем с тобой порыбачить. Чего порыбачить, Ириш, мы приехали. А я не знаю, что мы до моря купаться поедем, или... Ну, поехали на море, а потом, не, ну, просто я думаю... На цвет у него обалденный. Она же глубокая. Она глубокая? Конечно. Он виноград повезёт. Блин, так, конечно, сделано, покупаться так хочется. Ну да. И что здесь, смотровая площадка. Тут вид, конечно, офигенный, да? Да. Пап, а ты там Афоньку возьми. Или что это растет? Нет, это шиповник растет. Вон, да? Глянь, какая красота, да? А вон на склоне, видишь, виноградники. А вон виноградники растут. Ну что, Гриш? Круто. Мама. Селфи. На фоне этого озера. Фонечка, Фонь, как дела? Анама. Намана? Анама. Купаться поедем? Да. Нет. А как ты будешь купаться? Обалдеть, я просто обалдею от этого цвета озера. Вон будем, уже вон там впереди море сейчас. Mm-hmm. Да что там выезжают, а тут и не выехать, и не заехали. Все, мы приехали на платную стоянку, заплатили 100 рублей, и тут кемпинг. Но мы не будем, мы с собой палатку не брали. После 23:00. Так, что мы будем делать? Вот, наверное, здесь надо переодеться, да, и идти на море. А там, наверное, же есть переодевалки. Все, мы идем. Пошли. Закрыто. А сколько мы вот это ехали? Да долго ехали. Долго. 4 часа получается. Даже 5. Как сейчас. Сочи, да? Мы в 10 выехали, да, сейчас 3 часа. Так, мы теперь идем с Антохой и со всеми кушать. Тут пап людей вообще нету. Да? Мы так не покушали, потому что везде очереди, но сейчас заняли 2 лежака и ждем папу. Спасательный круг. Да. Теперь все надувают свои. Ого, это снова. Сейчас папа зайдет, Афонь. Вот глубоко. Афонечка, подожди, Афонь. Тяни. Нет, ты ничего не снимай, сейчас пойдем покушаем. Иди, обувайся. Надо чуть-чуть спуститься, ничего страшного. Давай. Вот мы идем в эту столовую. Солнце. Вот сюда поднимаемся по ступенькам. Нет, пошли сначала перекусим. Хорошо? Пошлите в столовую и заходите там внутрь. Да? Так, я купила борщ, окрошку, котлеты, салат. Сейчас все дам. Окрошка, кстати, очень вкусная и вся натертая на терке. Пить? Да. Компотик? Вид с окна вообще супер.
А мне тоже нет. Он для меня, вот этот компот какой-то приятный. Мне понравился. У меня нет. Ты доел? Что, или кому не понравилось? Пошлите компот, компот, пока тепло. Пошлите? Да, пошлите. Идите. Буду возьмем. Бери. Усилились? Усилились? Я сколько там рыбок. А вообще вода прозрачная, да? Мам, сачок купи, пожалуйста. Бля, сколько там рыба. А, купи сачок. Где? Ну тут есть. Миша, иди купайся, уже сейчас вечер. Мама, отойди, вода теплая. А это ж можно? Ты не пойдешь купаться? Ты купаться пойдешь? Не, мам, иди купайся. Не хочу. Вот она пошла в голубую пучину. Как по минному полю. Да. Ну. Ну это Поня. Поня, ты купаться будешь? Нет. А чё ты, не хочешь? Боишься? О, она всё-таки. Мы сачок забыли. А зачем он? А сейчас мы бальков ловили. Мама! Папа, сейчас бы бальков ловил. Ага. Вот столько. Море вздуется бурливо. И на свет, как свет горя. Я сколько бальков. Вышла мать троих ребят. Народу тут тоже много, да? Я хочу, я бы. Ты не что? Сачок. Гришенька, ты видел, какой тут малек? Он как будто наши ноготочки. Что мы с ним будем делать? Ой, а мы сюда пришли на горы, на скалы. И... теперь тут будем купаться, да, Афонь? Тут можно Афоньке мелко ходить, а тут пучок плавает, папа увидел. Да. Что, ушел? Там бежал. Иди сюда, Афонь. А, большой! Что такое? Вот, вот тут спускайся, вот тут, Афонь. Вот тут спускайся. Садись, да, спускайся. Как я вот это на горячих источниках это прыгнул вглубь. И здесь можно тебе ходить, Афонечка. Только тут надо потихоньку ходить. Ты видишь тут камушки? А там что, дальше глубоко, да? А, вот тут уже глубоко, да, прыгает. Надо на дверь посмотреть. Антоша, что ты трусишь? Поймала Антоха рыбку, какую красивую. Папа, где вы как книги? Да что, морской окунь, да, папа сказал? Да, тут плавает. Папа, где вы как книги? Блин, колючий. Папа, мама, где вы? Это... красивый, он, да? Он просто... вот такие колючки, знаешь, зачем? Зачем? Потому что он это... когда это его рыбы уже трогают, они уже могут подтолкнуть себе, и они... убежал! Кто? Фишка рыбачит. А папа нырнул. Вон папа вынырнул.
солнце за горой спрятаны. Красиво сейчас, глянь, какое небо. Я фонарик. Да? Там фонарик. Там много чего. Давай. Выпускай рыбку. Пусть Антоша и... А, ты туда ее? Сразу на пляже мало народу. Рыбку мы выпустили. Не надо, не отпускай. Сейчас она отойдет. От стресса. Так, все. Мы переоделись, и папа вам дает одеялко. Дайте поесть. Да, теперь же? Время есть. Давайте, укрывайтесь одеялком. Как тут круто на этом кемпинге. Жаль, что мы не взяли свою палатку. Но тут здорово, вообще здорово. Популя теперь все складывается. Будем ехать. Мне очень понравилось. Сначала, когда мы ехали, у меня такие были смешанные чувства. Хотелось сказать, нахера мы сюда едем? Но когда приехали, оказалось, тут очень здорово. Море вообще очень теплое-теплое. Заход, правда, не очень хороший, эти камни. Мальчишки уже одеялом укрылись. Так, ну что, ждем, сейчас папа все уложит в ваши матрасики. Поедем перекусывать. Куда? Не знаю. Это мы на источнике остановились при выезде из Дюрсо. А-а-а. Это что, источник? Попить воды, ну, можно? Вроде бы так, вы. Раньше... Ну, вы когда-то с Васей тут останавливались, да? Где-то лет 6-7 назад, получается. Холодно. Ну, что, за... что, кран, что ли, включает? Насос качает, блядь. Ага. Ну, чувствуется с камнями, знаешь? Да? Тихо. Ух ты, звонят колокола, ты слышишь? Да. А там вот центровая площадка. На все обрау держу. Ага. Больше, наверное. Красиво вообще безумно. Мне холодно. Да, тут даже уже ветерок. Даже не такой уж резкий. Погода. Сыли только больше налить. Смотри, ты такой типа катишься. Сынечка, иди завтра. А что это такое? Потом оплачиваешь. А, потом оплачивать с ним же, да? Да. В общем, мы сейчас стали на парковку в самом Абрау, где как раз Абрау Дюрсо, вот это же завод, я так понимаю, да? Приехали, да. А я тебя люблю. Да. Что это вдруг? Это что, мы к заводу? Вот это в завод вход? Да. Абрау Дюрсо. Смотрите, какая машина! Давай здесь сфоткаю. Давай. Так, идем. Что это? Фирменный магазин вина. Все так красиво.
Все так красиво. Да? Да, идем в другой магазин, который называется «Продукты из Абрау». Эко-лавка. Сейчас пойдем посмотрим. Посмотрим, что здесь. Куча всяких вкусняшек. Да, прям вкусняшки-вкусняшки. И мясо, и сладости. Ящики. Салаты сладкие, ага. Что? Иди сюда. Вот это так светится сам завод. Абрау, дюрсо. Так, здесь ярмарка. Представь, люди! Ярмарка. Гришка уже пошел на ярмарку. Сачачок, папа, папа, нам нужен. Всякие сачки пошли. Сейчас купим тарелку по традиции. Я тебе сейчас поспорю, кто сейчас станет. Гляди. Антошенька, иди сюда. Так, купили мы тарелку за 250 рублей. Ты поедешь? Я не хочу. Если вы хотите, давайте. Ты поедешь, Антош? Ты поедешь? Только надо ж крепко держаться. Сейчас дети будут кататься. 150 рублей стоит аттракцион. Все, сдача. Сейчас поедете, подождите. Антоха, а в Антохе гля какая держалка классная. Она не шатается. Она не будет подниматься вверх, ей надо с другой. Давай. Да ему так. Антоха. Антошка. Папа, тебя может тоже? Там ограничение до 50 килограмм. Если мне лично две лошади, я в принципе попадаю. И на слоника часть. Афоня, а ты приехал? Папа, что тебе сказать? Спасибо, надо? Да не за что. Спасибо. Да, пока, спасибо. Мужичок прикольный. Да. Да, вот мы уже пришли на набережную, тут куча народу, все ждут, когда заработает фонтан поющий. В 9 часов. Я кушать. Зайчик, я тоже хочу кушать. Сейчас найдем нормально, где можно покушать. Вот здесь для фото, а? Я говорю, покушаем, конечно, только не надоедайте. Абрау, дюрсо, фотозона. Свет везде выключили. Вот сюда ставили. Сначала Афоня. Все, Антош, тут стой. Все, Антош. Только не бойся. Вот смотри, вот ты видишь. По проселочной дороге шел я молча. Только грянули коровки, что ты с ночи. И руками возникала тишина. Oh.
очень много. Очень. Пошлите теперь искать, где перекусить. Тут целая елка из бутылок. Она светится с той стороны. Пошли посмотрим. Ну да. Афонечка, а куда тырит бутылки? Интересно, за сезон, сколько их уже подрали? Пошли, дети, пошли. Абрау Юрсо. Пошлите до папы. Так, что это такое? Закрытое акционерное общество Абрау Юрсо. Но двери открываются. Не такое уж оно и закрытое. Танкера. А, Абрау Юрсо. Завод, ну да, вон гляните, бочки. Какой магазин? Папа тут нам вкусняшек покупает. А, две штучки. Давай. Две. Ой. Так, подожди, ты руки уже потянул. Это домой. Это всякие разные. Сейчас два вам. А что это за пирожки? Я не знаю. Сейчас не знаю. 115 и 114. Зашли в кафе Абрау. А тут что у нас? Это что, барабулька, да? Будем сейчас пробовать барабулька. Сколько, откуда они вот это все? Да все, наверное, какие-то заказные, да? Не, ну заказные, на экскурсии. Ну да. Так глянь, так один, глянь, а может где-то, знаешь, это приехали где-то на море, например, там, ну, из Новороссийска, например, да, экскурсия в Абрау Юрсо. Так, теперь нам надо оплатить стоянку. Вот это Браурдер кафе. Ну, попридумали, ну сделали бы как на автовокзале. Ем, один чек, второй чек. Ничего, хоть это? Да там-то разве ничего сложного. Ну, просто с этими чеками. Куча бумажек, да? Угу. Огни ночного Новороссийска. Сколько сейчас? 11. 11. Называется выгружаясь, да? Пробили колесо в час ночи. А то ты проснулась. Заметив. Да. Задняя. Благо уже близко к дому мы. Чего? Близко к дому, да? О, права монтажа. Да. Ага, глянь как. Сильно, да? Ага, стрельно. Угу. Да, надо новое да, колесо. Съездили, короче, отдохнуть. Ну и такое бывает, а что теперь делать? Угу. Да. Дырка. Короче, будет теперь отдыхать колесо. Все, мы дома.